Сегодняшняя тема. Если спросить девушек, сколько пар обуви необходимо иметь в гардеробе, мы получим самые разные ответы. Одним достаточно любимых кроссовок и туфель, другие готовы скупать новинки ежемесячно. Но модный минимум все-таки существует – это базовые модели, подходящие к любым нарядам. Жми на фото и читай об обувных мастхевах, которые должны присутствовать в твоем гардеробе, а под фото ниже ищи простые правила парижского стиля, читай еще. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.